спортивной школе имени Олега Охременко прошло первенство области по рукопашному бою, посвященное 86-летию образования ГИБДД. 150 спортсменов из Омской и Новосибирской областей соперничали в четырех возрастных категориях от 8 до 15 лет. Рукопашный бой – это вид спорта настоящих защитников Отечества. И сегодня, помимо оттачивания спортивных навыков, очень важно, чтобы были живые примеры героизма, живые примеры самопожертвования. И как раз, на мой взгляд, такие соревнования, которые имеют смысл какой-то помимо спортивного, которые проводятся в честь каких-то специальных подразделений, подразделений МВД, памяти погибших героев. Это всегда больше, чем просто соревнования. Это настоящий элемент патриотизма. Воспитания, потому что ребята воспитываются на правильных примерах и получают правильные ценности. В рамках церемонии открытия Иван Колесник вручил удостоверение омским спортсменам, повысившим свои спортивные разряды. Я очень рад, для меня большая честь получить удостоверение мастера спорта из рук первого заместителя министра спорта, который сам из мира боевых единоборств. Уровень соперничества возрос. Юные спортсмены улучшили скоростные качества, стали быстрее переходить от ударной к борцовской технике, более эффективно проводить удержание в партере, которое оценивается в 2 балла. Важный турнир и сильные соперники, поэтому в финале действовать четко и аккуратно. Пробивал в стойке и в конце провел бросок и удержание. Сегодня я применил классные техники. Технику – это удар джебом и также заход в клинч. И больше всего у меня получалось бросать через грудь и проходить ноги. В результате главные призы соревнований завоевали рукопашники спортшколы 28, клуба «Десантник» и бойцы из города Куйбышев Новосибирской области. А мячи выиграли золотые медали возрастной категории для спортсменов от 12 до 15 лет, а гости взяли верх номинации для бойцов от 8 до 11 лет.